Комфортная городская среда, современные котельные, новые дороги, благоустроенные дворы, модернизированные сети – все это труд работников жилищно-коммунального хозяйства города. Сегодня на территории Полевского работают 4 управляющие компании, несколько ТСЖ, 4 ресурсоснабжающих организаций, дорожники. Всего порядка 1000 человек, которые ежедневно меняют наш город в лучшую сторону. Это полевчане, перед которыми стоит сложная задача – сделать жизнь остальных земляков комфортнее. Огромная армия больших и малых трудовых коллективов в городе трудится над решением этих вопросов, потому что вопросы, чего греха таить, есть. Но, слава богу, у нас все получается. Улицы благоустраиваются, содержатся в порядке. Энергетический раздел жилищно-коммунального хозяйства год за годом претерпевает улучшение. У нас нет уже каких-то острых и прямо злободневных тем для решения. Сфера бытового обслуживания закрывает, по-моему, все потребности наших жителей. Это и бьюти-сфера, это ремонт одежды, обуви. Все многообразие вопросов, которые волнуют жителей, у нас в городе присутствует. Татьяна Баринова – руководитель службы по ремонту и эксплуатации жилфонда Полевской коммунальной компании. Татьяна Леонидовна уже 28 лет трудится в жилищно-коммунальном хозяйстве города. За это время сфера ЖКХ, подход к вопросам управления МКД кардинально изменился. Сегодня на первый план выходит взаимодействие с жителями, собственниками жилья. Пожалуй, нет таких вопросов, которые невозможно решить технически. Но бывает очень сложно договориться с людьми. Мои коллеги действительно со всей отдачей относятся к своей работе и максимально все возможное делают для того, чтобы нам с вами было комфортно жить. За многолетний плодотворный труд Татьяне Леонидовне сегодня вручают грамоту от Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Для полевской сферы ЖКХ сегодня действительно судьбоносное время. Мы живем в эпоху перемен. На наших глазах город преображается, становится привлекательным, чистым и уютным. Появляются общественные пространства, зоны отдыха. Но нет предела совершенству. Нам есть к чему стремиться, говорит директор МУП ПСК Андрей Худяков. За последние 2-3 года мы процентов на 30 сократили потребление электрической энергии. Значит, также резко, скажем, снизили отбор воды Северского трубного завода. То есть за счет автоматизации производственных процессов, установки, значит, дополнительного оборудования для насосного оборудования, значит, прочего. То есть без этого сейчас никуда. То есть автоматизация, прогресс, он все равно является двигателем. Сегодня со сцены Центра культуры и народного творчества благодарят лучших работников коммунальной сферы. На сцену поднимаются операторы насосных установок, слесаря, ремонтники, дворники. Именно благодаря этим скромным людям в наших квартирах тепло и светло. Среди них начальник ЖО номер 3 Галина Дульба. Работа в жизни Галины Николаевны занимает, если не первое, то одно из главных мест. Уже даже вне работы идешь и обращаешь внимание на какие-то нюансы. Где-то что-то нужно сделать, где-то увидишь дефекты, что нужно заявку срочно дать. Как бы уже даже и в выходные это происходит. В третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают и работники бытового обслуживания. Мастера салона красоты «Марсель» сегодня в числе награждаемых. Современные парикмахеры, мастера ногтевого сервиса, косметологи, особенно высокого класса, это скорее люди искусства. Они создают красоту и предлагают нам ее нести в массы. Мы изо всех сил стараемся соответствовать новым трендам. Мы посещаем различные учебы, семинары, и чтобы делать всех красивыми. Любовь к профессии, я так думаю, это самое главное – уметь представлять, что мы будем делать на данный момент, и посоветовать, наверное, клиенту то, что ему будет лучше, как бы, и красивее, чтобы человек выглядел шикарно. Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в наших домах всегда была вода, газ, тепло и свет. Чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы, дороги, дворы и подъезды.
Ты идешь по городу, стало чуть-чуть чище, да, стало чуть комфортней. И очень приятно, когда жители идут на обратную связь и приходят, даже вот сейчас у нас приемы возобновились, приходят, ну, конечно, кто-то поругать, а кто-то приходит, ну, как бы со своим вопросом, он его задаст, выслушает ответ и говорит: спасибо вам. И знаете, вот за это, наверное, стоит работать, правда. Потому что, когда благодарность идет обратно от наших жителей, для которых на самом деле стараемся и администрация, и подрядчики города, это очень приятно, это вдохновляет. Этот праздник – хороший повод сказать слова благодарности людям, чей труд значит много, а также еще раз обратить внимание на те профессии, без которых город не сможет существовать. Ксения Балденкова, Алексей Корепанов, новости 11 канала.